Инвестиции были и одной из главных тем во время визита премьер-министра Украины в Канаду. Владимир Гройсман провел переговоры со своим коллегом Джастином Трюдо, посетил канадский парламент и экономический форум в Торонто. Премьер-министр договорился о новых направлениях сотрудничества с Канадой в аэрокосмической отрасли, обсуждали участие украинских компаний в освоении арктического региона этой страны. Впрочем, только экономическими вопросами переговоры не ограничились. Канадские политики еще раз подтвердили свою готовность поддерживать Украину в противостоянии с Россией. Бачу, наскільки величезний є потенціал розвитку наших двосторонніх стосунків. І те, що вдалося останніх буквально декілька років реалізувати ряд важливих рішень, в тому числі там, міжнародну торгівлю. І ми бачимо сьогодні повну підтримку територіальної цілісності України, підтримку на міжнародній арені.